Вообще, урожай зерна в России в этом году ожидают хороший – 110 миллионов тонн. Это прогноз министра сельского хозяйства страны Александра Ткачева. В Чувашии сейчас, несмотря на отставание по уборке на 3 недели, урожайность выше, чем в прошлом году на 5 центнеров с гектара. Все это влияет на цены. Продавать зерно производителям на данный момент невыгодно. Ситуацию прокомментировал министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. В целом я бы порекомендовал здесь, у кого есть возможности хранения, сушки, очистки зерна, конечно, не спешите. С продажей мы понимаем здесь сложности, с погашением кредитов, зарплаты и так далее, но все равно нужно как-то ограничивать вывоз и продажу. Тех же производителей, кто рассчитывается с населением за аренду посевных площадей зерном, министр призвал не спекулировать и не компенсировать свои убытки за их счет. Фуражное зерно сегодня стоит буквально 5 класса 5200 рублей, 5400 рублей. А продовольственное зерно чуть дороже. И ни в коем случае мы фуражное там по цене продовольственного зерна населению продавать не должны.